Всем доброго здоровечка! Сегодня главным героем моего видео будет банан или бананы. Кстати, я вот до конца не знаю, какова классификация бананов. Насколько я знаю, бананы — это трава. То есть назвать фруктом, наверное, бананы нельзя. Но, в принципе, сегодня речь пойдет не об этом, а пойдет о том, как я выбираю бананы. По каким критериям я отдаю предпочтение тем или иным бананам. Прежде всего я хочу сказать, что я не обращаю внимания на бананы, которые такие яркие, желтые. Особенно не смотрю на них и не покупаю, если бананы кончики такие зелененькие или вот здесь. Корешки вот эти, такая зеленоватые такие. Вот такие бананы я не люблю, потому что они в 96-98% случаев они не сладкие. Я покупаю вот такие бананы с такими вот, покажу вам, коричневыми точками. Иногда бананы вот такие даже, вот есть такие пятнышки. Не бойтесь, это не значит, что бананы как-то портятся. Это признак... По крайней мере, для меня это признак того, что бананы эти сладкие, и бананы эти уже в своем соку, они дозрели. В принципе, как бы вот и весь нюанс, вот и все критерии, по которым я делаю выбор бананов. Ну, чтобы вам продемонстрировать, что я, как бы, наверное, не ошибаюсь, вот я беру, вот давайте вот этот банан отломаю. И вот здесь, отсюда, где вот это пятно, попробую открыть. Так, вот смотрите, банан. Вот это не гниль, это просто как бы, наверное, где-то банан ударился. И как вы знаете, яблоко, если при ударе начинает темнеть, так же самое и банан. Ну, в принципе, если вы как бы брезгуете, можно аккуратненько ножом подрезать, вот и все. Теперь пробую на вкус. Вкусно, сладкий, мягкий, нежный, отличный банан. Вот такие бананы люблю, я таких бананов могу съесть килограмм, может быть даже два. Два не пробовал, но килограмм я съедаю просто так легко. В принципе, это как бы я рассказал о своем опыте, ваше дело... Взять этот опыт на вооружение, или как бы, если у вас есть, может быть, свои критерии выбора бананов, вкусных, сладких, прошу, оставляйте свои комментарии, пишите в личные сообщения, мне будет интересно. Все, всем пока!